Сергей, нет. Тебе наряд для Москвы? Блин, отвечать что-то нужно. Меня зовут Яна. Я девушка Сережи, его единомышленник и просто человек, который его любит и любил и любит. Мы познакомились в январе 2019 года, совсем не в той ситуации, в которой вообще, в принципе, встречают таких людей. Здравствуйте, меня зовут Алена, я официальная жена Сергея Бейсика. А с Сережей мы познакомились 16 лет назад в клубе ночном в городе Орске, откуда мы родом. Он был начинающий диджей, я там тоже работала, танцевала, и у нас там произошло первое знакомство. Мне вообще не интересовали ни мужчины, ни отношения какие-то, да, но когда я увидела этого человека, он зашел, мы познакомились, и он сильно отличался от людей, которые вообще были вокруг меня на тот период жизни. У него глаза были наполнены жизнью, вот какой-то вот искрой. Какой-то период мы просто наблюдали за друг другом. Я увидела, насколько он талантливый, насколько он авторитетный для людей, не в плане того, что говорили, да, basic. Вот, но я не понимала еще вообще его суть его работы, статуса и так далее. Но я видела от людей, насколько они нуждаются в его слове, его помощи, его просто даже в общении с ним. Ну, Сережа меня привлек прежде всего это своим чувством юмора. Это было как бы его неотъемлемая часть, наверное. Мы начали жить вместе, строить планы. Он очень хотел быть известным, и у него это очень получалось. И у него были грандиозные планы на жизнь, переезд в Москву и профессиональная вот его деятельность, стать диджеем. Он очень этого хотел. А я как бы училась в институте, у меня еще оставался год, и он уехал раньше меня работать со своим другом. Я к нему часто ездила. Закончив институт, я к нему переехала в Москву. Мы снимали комнату, жили вместе, тоже вместе работали, также в ночном клубе. Ну, спустя какое-то время мы поженились, у нас появилась дочь. Потом я узнала, что он женат, когда он мне написал очень крутое сообщение, такое оригинальное. Я, честно, прям... Вот тогда меня зацепил его интеллект очень. Потому что он был во всем оригинален. В том, что как он говорит, как он себя преподносит. Он внимательный был ко всем мелочам именно вот вокруг людей, да, и у себя тоже. То есть у него все по полочкам расставлено. То есть зашел он там на мою страницу, так увидел, что он тысячный человек. И он сделал такое сообщение, типа, вот неужели я тысячный человек. Там, то есть индивидуальный такой подход к каждому у него был. Сергей был очень целеустремленным, всегда добивался того, что хотел. Он был отличным дизайнером, причем он обучился этому сам с нуля. Никаких институтов, то есть техников он не заканчивал. Как бы вот эта его черта сама, которой он добивается всего, что хочет в жизни, это вот самое основное, что у него было. Он добился в дизайне очень многого. Самостоятельно, много изучал материалов и стал востребованным дизайнером. Потом, когда он мне раскрылся, да, он ко всем был добр. Он вот именно помочь хотел. То есть всегда он боялся отказать. Он не говорил никогда нет. То есть он скажет, что он постарается, он сделает все что угодно. Если у него не получается, он не мог сказать нет. Он очень сильно переживал кого-то обидеть, кого-то вот разочаровать, потому что он хотел быть лучшим. Сережу очень многие называют уникальным человеком, и это действительно так.
В первую очередь, даже не потому, что он был очень талантливым. Он был очень классным директором, музыкальным, очень классным музыкантом. Он был, в первую очередь, человеком. Человеком, который очень трепетно относился к любому обращению в его сторону, к любой просьбе. Он никогда не отказывал. И даже если что-то было сделать не в его силах, тем не менее он пытался найти какие-то выходы из ситуации. То есть он никогда не оставлял человека один на один с его проблемой. Я очень им гордилась, на самом деле, что он был очень разносторонней личностью, везде совершенствовал как бы себя. Сережа, знаю очень много лет, он не раз выручал, знал много лет. Это один из тех людей, про которых можно говорить очень много и упорно, и только хорошее. То есть я не могу вспомнить ни единого конфликта, который случался у него. Он всегда все решал мирно, он всегда решал все справедливо. Он был очень справедливым человеком. Да, он со всеми общался, абсолютно так со всеми. И у него были друзья, эти друлеги такие, он их называл. Мы с ним работали, мы с ним дружили, мы с ним ходили на футбол, играли, ходили на стадион. Сережа был прям таким хорошим напарником, хорошим другом. Дальше вот мы как-то с ним стали психологами друг для друга. Любую проблему, любой какой-то косяк, или там даже за друг другом, да, то есть к друг другу точнее, мы его не орались на друг друга, там, да, мы выдыхали, ну, или сразу начинали разговаривать, и как бы вот эти вот все проблемы, которые у него были душевные, мы их вот как разговорами вытаскивали именно причинно-следственную какую-то связь. Приехав в Москву, он тоже как бы устроился дизайнером работать. Это была его основная, ну, как работа, основной заработок его. Но диджейство его было как хобби изначально. Карьера была, ну, вот, в последнее время для него превыше всего. Даже вот превыше семьи, можно так сказать. Ну, как бы поддерживала я его, конечно, потому что я занималась семейным очагом, ребенком. Ну, я такая более приземленная, можно сказать. Ну, вот. То есть я отошла от того, что было раньше, например, когда мы там вместе работали, у нас были клубные, потом все это как бы отошло на задний план, и у меня как бы вот этот семейный очаг стал главным. А он продолжал расти в своей карьере. И, может быть, поэтому в последнее время у нас немножко как бы разошлись вот эти взгляды на жизнь. От того, что он есть, было хорошо. Вот прям, что он просто существует. Он даже, вот, в принципе, ничего не делать ему не надо было. Просто быть. Он очень сильно любил свою семью. У него дочь — это его... Дочь для него все вообще. Работа, дочь, я. Ну вот папа, конечно, он был вообще, я говорю, самый лучший папа в мире был просто. Он все делал. Полин, ну идем, скажи папе, идем. Иди вот рядышком со мной сядь, и мы расскажем, какой был папа для тебя. Идем. Папочки, открытку я нарисовала. Теплый шок избытки, в ней я написала. В этот день все дети папочкам своим скажут, вот и ответим праздником большим. Мои волосюшки мокрые. Дочь для него была вообще номер один. Ну, даже, ну, он любил ее больше, чем там меня, себя. Там, даже жить без нее не мог. Давайте лепим какашку! Что за человек многоножный? Давай, Сережа, ползи. Ha ha ha!
Постоянно ей звонил, подарочки привозил. Работа у него была, это его цель — достичь призвания. Это его самое главное вообще было, это призвание народа, призвание в его сфере, да, в музыкальной. Просто горел этим, это вот был смысл его жизни. Он не представлял больше себя в другой профессии. Дизайн, он как параллельно шел у него вместе, потому что он делал дизайн, он был арт-директором. И сейчас многие даже, вот я видела, подражают ему в дизайне. Именно оформление вот этих обложек, афиш. Интеллектуальная музыка от Сергея Бысика. Мы начали заниматься его продвижением. Естественно, у него начались выступления круче, все масштабнее. Для него, как да, для диджея, для музыканта, самое главное была отдача. И вот когда мы начали ездить по гастролям, да, столько всего было вообще, вроде бы смешного такого. Всем привет, я мистер Бейсик. Уже сегодня мы встречаемся с вами на танцполе «Легенда» The City. 6300. А есть опачки? Ну это потому что в самый мир. А ваше место уже заняли. Я сейчас еще один на как лох полечу. Честно, я вспоминаю с такой улыбкой, мне честно, и насколько всего крутого было с ним, что сейчас мне это прям держит. Мы хотели, чтобы он был мировым диджеем, естественно, да, построить или купить дом, который будет заниматься музыкой, продвижением, все в этой сфере, да, где было бы личное пространство, где было бы рабочее пространство и где было бы пространство, где все это воплощалось, ну, показывалось. В дальнейшем еще в Барселоне дом, типа, чтобы у нас там семья жила, чтобы мы там работали, ну, то есть на две части такой вот поделен, чтобы у нас приезжала его дочь, мой сын, наши родители, его жена даже, да, которая у нас реально мечта такая была, чтобы все были счастливы. Так, все, я голенький, не снимать. Угу. Потрясающий торс. Закрытый слоем жира. Это человек, который, у него был интеллектуальный юмор, который задевал каждого, бывало и не очень. Мне кажется, каждый может вспомнить вот шутку от него. Вообще каждый. Он как-то вот последний вечер, перед тем, как это все случилось, мы сидели, был день рождения у друга диджея, семейная такая вот, ну, как бы, семейные такой, дети были, там, кушали, готовили, и он все время шутил, говорит, давай шути, потому что иногда он как бы задевал людей, я ему говорила, ты жестишь. Вот. А в этот вечер он прям отрывался. У меня просто последняя шутка вот эта запомнилась. Дядя Лёша Образцов — это диджей, который уже в возрасте, он очень крутой, но Сережа ему отмочил, я не помню как-то дословно, да, не умею рассказывать, он ему отмочил, типа, это все из-за Виагры. Вот так. Это, что-то произошло, там выключился свет, еще что-то. И что-то дядя Леша говорит, он такой, это все из-за Виагры. И просто все ха-ха-ха. Просто он... Но они начали переговариваться еще больше. Как бы. У него шутки такие были, которые еще шутки порождали. Шутки вокруг у людей. Он был замечательный. Три! Thank you.
другом он был, конечно, тоже я хочу сказать, что всегда преданным у него, вот, которые друзья, которые даже в городе Орске остались, одноклассники, которые учились с ним вместе в колледже, все очень хорошего мнения о нем. И все, вот даже когда случилась эта беда, все мне писали, все мне звонили. То есть для них он был вообще человек с большой буквы. Они им гордились всегда. Он был очень искренним, очень добродушным, очень отзывчивым. Ну, это даже скажут все, все друзья. Не грусти, малышка. Репина сними. Слушай. А там... Репину тоже грустно, да? Знаешь, чем прикол теперь? Ну, говорят, свободно. Если сейчас, короче, приземляться... Лисик! Серег, если что, мы сейчас к тебе. А это не мои места. Да, сядь пока. Сядь на место. Сядь на место. Сядь там. Сядь там. Сейчас еще автобус придет. Какой автобус? Садись, садись, мы сейчас к тебе придем. Я и боюсь. Поблагодарить за его первый взгляд и за его последний. Потому что у меня вот до сих пор этот взгляд... Когда мы едем в скорой, такой любящий, такой вот он, хоть ему там больно, да, было, но мы с ним разговаривали, мы мысленно с ним разговаривали. И вот так вот руками отвечали, да, нет. Поблагодарить то, что я его люблю, правда, за то, что он есть. Очень хочу, чтобы ему там было хорошо. И каждый день с ним разговариваю. И благодарна то, что он сейчас есть со мной. Он мне подсказывает. Он мне подсказывает и оберегает. И меня, и дочь. Правда. Спасибо ему. Вот просто за... спасибо ему за это. Вообще хотела сказать спасибо ему за все. Потому что он... Он нам отдавал все до последнего всегда, до последнего момента. Там в плане денег, да, денежно всегда переживал за нас. Первым, что вот его всегда волновало, это вот последнее время. Ну как мы и что? То есть как мы без него справляемся. Всегда переживал, всегда звонил. Я хочу ему сказать это большое спасибо за те проведенные годы. Ну вот... который мы вместе прожили. Хочу попросить у него прощения за все, что там, может быть, сказала что-то, что-то говорила в последнее время, ну, какие-то слова, обиды, что мы его любим, помним. Он всегда останется в нашем сердце. Я очень сильно скучаю по нему, потому что такого человека, единомышленника, я в жизни никогда не встречала. Я бы хотела, чтобы вы играли его музыку. Это его цель была, чтобы быть признанным для народа, для вас он старался. И я бы хотела, чтобы вы играли то, что дальше, вот я попытаюсь как бы, да, продолжить его дело. То, что у него было в планах, я доделаю с помощью ребят, потому что многие моменты там сложно одной делать, да. Я хочу выразить большую благодарность всем фанатам, знакомым, незнакомым, за материальную помощь, это прежде всего, психологическую помощь, что до сих пор даже вот поступают сообщения. Хочу сказать, что его музыка, ну, которую в последнее время он сам сочинял, она не похожа на других, чтобы вот именно такой след оставить. Наверное, это так
было суждено, что он ушел так на пике своей популярности. И любить его, и помните, и слушать его музыку, потому что он старался. Вот и все. Спасибо, благодарю за то, что огромная поддержка была, огромная поддержка, за что столько тысяч людей реально о нем переживали или молились. Да. И за это я очень сильно благодарю подписчиков, его фанатов. Так. Потому что помогло это, правда, это очень помогало держаться. А вот так все можно. Это его знак. Вот так. Ну, тут прекращай, до сих пор снимаешь, зачем? Зачем?